В Одесі відбудеться фестиваль культури мов івриту та ідішу. Розпочнеться фестиваль у неділю церемонією відкриття меморіальної дошки єврейському поету і публіцисту Саулу Черніговському. Потім продовжиться низкою тематичних виставок, лекцій, майстер-класів, театральних виставок і кінопоказів. Головною ж подією фестивалю стане відкриття в понеділок пам'ятника класику єврейської літератури письменнику Менделе Мойхер Сфоріма на другому християнському кладовищі. Менделе Мойхер Сфоріма називали дідусь єврейської літератури. Він умер 100 років тому назад. І в Одесі говорили, що Октябрьську революцію не заметили, тому що в ці дні умер Менделе Мойхер Сфоріма. Писали в основному о його смерті. О нем говорили, что он совершил чудо. Он, когда разверзлись небеса, смог сосватать два языка. Именно он придал пластичность иврита литературе на идиш, и он же наделил иврит живучестью идиша. Удар по культуре и языку идиш нанес не государство Израиль, которое было основано в 1948 году, а Вторая мировая война и нацистский режим, который уничтожил 6 миллионов носителей этой культуры и этого языка. И поэтому ушел просто пласт культурный, исторический, да? Люди, которые могли бы этот язык передать дальше. Это было большим ударом. В стране Израиль официальный язык иврит. Это язык нашей страны. При этом на идише у нас есть театр идиша. И есть курсы языка идиш в университетах, и в последнее время молодежь стала проявлять интерес, то есть это поощряется, потому что пытаются, потому что понимают, сегодня, когда государство уже крепко стоит на ногах, уверенно в своей культуре, они оценивают и осознают, то есть, что есть богатое наследие культуры идиш, которое нужно сохранить.